Эпидемия гриппа, признанная в Украине, создала настоящий переполох. За выходные с полок аптек исчезли противовирусные препараты, маски, даже бинты и марля. Спрос на них велик, как никогда. Хотела купить, так их нет. Сказали, что привезут, а когда, сами не знают. Сами будем шить. Мы ходим по всем аптекам, какие мы только видим. Пока нет. Те, кому марлевой повязки не досталось, закутываются шарфом, что менее эффективно. Нежелательно шерстяные, там теплые шарфики, потому что дышишь и скапливается много влаги, и на влажное бактерии попадают, оседают больше. Медики заверяют, уже на следующей неделе в аптеках маски появятся, а пока их нужно шить вручную. Закликаю абсолютно всех. Призываю всех граждан страны на завтра из любой хлопчатобумажной ткани сшить себе маску за 10 минут. Если ее проглаживать один раз в 3 часа, она будет полностью защищать вас от микробов. Кроме этого, от микробов может защитить мазь. Носовые ходы можно смазывать оксалиновой мазью, но, наверное, ее уже всю раскупили. Можно смазывать и просто вазелином. Это тоже немного защитит. По словам медиков, в стране свирепствует как сезонный грипп, так и пандемический. Симптомы их схожи. И при первых же признаках болезни необходимо сразу обратиться к врачу. Если высокая температура, кашель, насморк, боль в суставах и мышцах, пожалуйста, вызывайте врача. Лучшим средством предотвращения гриппа врачи считают прививки. А многие украинцы пользуются инородными средствами. Я думаю, это страшная болезнь, если каждый человек для себя просто будет. Это есть плюс чеснок и так далее, просто следить за собой, то мы не будем болеть гриппом. А для некоторых эта эпидемия и вовсе не существует. Я к гриппу отношусь нейтрально, он ко мне точно так же. Я считаю, что это всего лишь паника, хаос, то, что сейчас характерно для нашей страны. На сегодняшний день медики констатируют снижение эпидемии. Однако говорят, что в январе-феврале будет вторая волна. NTD, Киев, Украина.